вот и подходит. Все когда-то начинается, все когда-то заканчивается. Так и здесь этот отпуск подходит. Как ни парадоксально, есть начало, есть конец. Подходит конец. Ну, вчера был прощальный ужин, вечер, и до этого сегодня вот стало сказать Кипру, острову, людям спасибо им за то, что они так здорово здесь встретили, очень встретили. Ну и подведем, так сказать, краткий вот отчет о проделанной работе. Ну, отношение к нам, к россиянам, вот, отношение киприотов намного отличается от той же Турции, от того же Египта. Ну, ближе туда, я уже говорил, что к Средней Азии ближе. Гостеприимны, очень гостеприимны, улыбаются тебе. Понимают, не понимают, но все равно они лучше улыбнутся. Ну, вот это все передается, настроение все, и уже как-то к ним располагается, и он подходит там чуть ли не в обед, там что-нибудь может, еще что-то не так. Да все так, я говорю, все так, и ужин этот лишний там кормит здесь, конечно, очень хорошо, очень мясо вкусное, все вот. Много очень мяса. В Турции как-то в одни куреи, а здесь они как-то, ну, поинтереснее. Ну, мне, может, так показалось. Очень много иностранцев. Вот что мне нравится, что русских вот в гостинице, казалось бы, трехзвездочный, самый дешевый, а я и скажу, что там один, два, три человека. Основная масса – это иностранцы. Так что выбирают иностранцы тоже не в этих фешенебельных. Ну, я не понимаю, там, переплачивать за что. Ну, за это море, море одинаково. Первый, опять же, плюс, муниципальный, все побережье оказывается, все. Пожалуйста, на любой пляж заходи, тебя никто не скажет. Там все. Хочешь лежак, вот 2,5 доллара этих евро, отдай зонтик тоже 2,5. И все, отдыхай, тебе все. Люди за тобой смотрят, чтобы за твои вещи, там все четко, здесь все это продумано. Ну и как и наши говорят, что здесь воровство, я не знаю, ни в гостинице, ни так, чтобы кто-то у тебя там что-то взял там копейку или эту лишнюю, нет, нет. Они что четко, то четко. Такого, мне кажется, у них понятия нету. Ну, не знаю, по крайней мере, он и сейф, и все, и деньги лежат. Ну, что прибираются характерно. Инстинкт, конечно, такой есть, вроде бы и не надо. Ваши такой часто, ну, уж прям все идеальненько, все ровненько, все. Очень много женщин. Киприоты, они молодцы, вот такие гостеприимные, вот и администрация, и повар более-менее одна по-русски понимает, подошла, все это что-то, я говорю, да ладно, я говорю, все, что вы тут это, ну, мало ли что это, вдруг тут что-то, жалобу напишу в ООН, скажу, что невкусно готовят или что, да нет, это там, это не Египет, и не Турция, это Кипр, цивилизованно, конечно, что говорить. Ну, в целом все понравилось. Море, конечно, обалденное. Хоть и говорят, что, ну, вроде бы Средиземное, но оно мало соленое. Мало, вообще соли нету. Кожу так не стягивает, как в Турции или в Египте в этом. Я тоже говорю, ну, Турция же ведь рядом. Нет, вот вроде бы тоже море, а вот оно почему-то по составу. Я по соли сразу определяю, что вообще, как говорится, ну, мало соленое. Вот уже просыпаются наши тут. Красиво, солнышко встает над морем. Мне очень нравится, что здесь над морем вот постоянно солнышко такое встает, и люди там идут купаться. Сейчас я тоже пойду. Денюшки надо отнести этому морю, поблагодарить его, сказать спасибо. Ну и что? До новых встреч. Я говорю всегда, вот день отъезда, день приезда, вот такие, всегда такие вот. Домой уже, когда все, уже все в голове, уже все и так все, как магнитофонную ленту назад прокрутил, посмотрел. Думаешь, ну все, вот, ну такого вот сказать, что где-то вот, ну, когда все хорошо, то оно и хорошо. То есть, и, как говорится, уже сейчас домой приезжаешь, неделю отходишь от этого, от отпуска. Потом неделю начинаешь плодотворно работать. На второй неделе уже, ну, к концу второй уже начинаешь думать, а куда бы еще бы поехать, в теплое местечко. Есть же райские уголочки, что, и вот начинаются опять головняки. То есть мозг постоянно должен работать, то есть на опережение. То есть отдохнул и поработал, опять отдохнул, кажется, поспал, поел, опять поработал. Ну, так и должна быть эта жизнь, чего уж. Только вот не все понимают или доходят, ну, уже когда переваливает за полвека, может, и доходит. А в молодости-то
Да и смотря у кого какая еще молодость. Наши времена, как сейчас говорят, наши времена были тяжелые, детство были тяжелые, ничего не видели, телефонов ничего, а сейчас все есть, пожалуйста, мир открыт, пожалуйста, ворота открыты, езжай, смотри, наслаждайся и живи, короче. Вот, ну опять же, тепло, что поразило, ну душу, вот все равно тепло, и форточки вот этот, и кондиционер этот, вот кондиционер здесь я, по-моему, простыл тоже от него, вот горло вчера, ну вчера, может, еще не от этого. Ну и все. Люди. Люди острова, просыпайтесь. Тоже пивко попили. Ну, я тут вчера тоже пивка их не попил. Ну все.